have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, зевающий лис и продолжение красноты. Поехали, посмотрим. Это звучало как одна из книжек по Гарри Поттеру. Зевающий лес и продолжение красноты. Так, зарядились, погнали. Это нам не надо случайно? Это очень подозрительно. Сюда у нас доступа не будет, скорее всего. Хотя... Да, видите? Тут у нас стенка. Ладно, поехали. Это выглядит как дверь. Ладно, возможно, мы сюда вернемся. Не уверен, но возможно. Тут скелет, которого завалило, и ему явно было плохо, посмотрите на... Но это не монах, это обычный скелет, которому вряд ли пом... О, чувак от меня сбежал прямо. Говорит, нам туда, пойдем. Пойдем, говорили они. Будет весело, говорили они. Зачем это место? Оно ж не просто так, или просто так? Ну, я понимаю, что это руины замка, все дела, но все же... Очень подозрительные такие хибарки. Нет. Раз, два, три. От этого явно было грустно, потому что он умер медленно. Этих-то завалило. А вот этот или вот это. Они просто сидели и ждали своей участи. Это прям печально. Музыка соответствующая. Я схожу в ту сторону тоже. Сюда я не могу никак попасть. Ну-ка, даже вот так не могу. Нет. Ладно. А вот так, скорее всего, могу. Не знаю, зачем она мне. Туда наверх я никак подняться не могу. Я могу тут застрять, скорее всего, это я могу. Да, видите, я не дотягиваюсь. Печаль. То ли там, наверное, даже невидимая стенка какая-то, уж не уверен. Это все работает. Давайте в другую сторону посмотрим. Что у нас тут? Вот этот чувак стартанул. Сейчас мы дойдем, не торопи меня, пожалуйста. Я хочу тут все узнать. Какая-то часть уже даже подтоплена из-за того, что тут тоже цветочки есть, смотри. И получается, это место полностью пропустил.
там, где цветочки, потому что их только сейчас увидел. Быстро по воде бегать не могу, только ходить. В принципе, ладно. Вроде как никто и не заставляет быстро бегать, оно просто как-то хочется самому немножечко иногда побыстрее передвигаться, но хоть не заставляют убегать, это хорошо. Я очень надеюсь... О, погоди. Куча трупов под горами. Пойду заряжусь еще разочек. Я уверен, что вот это нам нужно было, то, что мы сделали. Где оно было? Где-то вот туда, да-да, за второй круглой башенкой. Best friends. Ачивочка получена. Наверное, за определенное количество использования вот этих вот цветочков, или уж не знаю чего, но ачивочка есть. Надо будет, кстати, потом посмотреть, сколько этих ачивок тут, и сколько я уже их получил. Но, с другой стороны, возможно, это будет некий спойлер. Я люблю смотреть на ачивки уже, когда прошел игру, и смотреть... Я понимаю, с одной стороны, какие-то пропущенные моменты, с другой стороны, ну, ачивки иногда очень сильно спойлерят, поэтому пытаюсь избегать такого. Ничего нету. Тут невидимая стена, туда я пройти не могу. На воде я прыгать тоже не могу. Ух ты ж ты ж. Вот это интересное открытие. Будь здоров. Ну просто вот эти вот скелеты, я уверен, что тут где-то должен быть и скелет монаха, но я его пока что не вижу. Ну будет как обычно, я ищу, а потом оно опа и случайно. Красная цветовая гамма меня уже вторую серию немножечко раздражает, ничего с этим сделать не могу, пока что. Погоди, а мне ж... Мне спиричал барк нужен. Ты чё, дружище? Он от меня улетает, и я не могу духовно гавкнуть. Я бы вот эти вещи поразбивал бы, наверное. Так. Скелеты. Тут я был, это я зажёг. Понятно. То есть... Мы сейчас говорим про извержение или про какие-то духовные катаклизмы, которые тут случились. Я уже понял, иду сюда. Потому что это все немножечко... Были где-то подсказки, почему оно открылось. То есть я вообще на рандоме сейчас тыкал. Спасибо, конечно, жаловаться не буду, но я не понял, как эта загадка решалась. Я сначала повернул там, где лежащие человечки, потому что мне показывалось там, что типа под горой люди лежали, я поэтому, а потом что, я без понятия, почему так. Ладно, не будем заморачиваться лишний раз. Открылось и открылось. Спасибо ему на этом. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Туда это обратно выход вниз. Мы там только что были. Мне это не надо. Однако... Нет, вот это количество скелетов меня немножко напрягает. Потому что мы можем пропустить нужный нам скелет. Запросто.
Ребят, извините, если слишком много времени трачу на какие-то исследования, заглядывания в разные уголки, но мне интересно, что тут происходит. Куда ты свалил? Нам туда? Я понял, подожди, я по стене пробегусь. Тут треснувшие вот эти вот яйца, не яйца, опухоли, не опухоли, пофиг. Все к этой башне сходится. Тут ничего такого, ладно. Хватило времени, это я понял, но куда мне, я не понял. Я вот так уже вон на шифте помчался. А, вот. А, извините. Это мне каждый раз добегать и кликать? Меня хватает на два гавка. Допустим, если я сделаю такие же значки... Да беги, пожалуйста. Такие же значки, как там на воротах. Тут лежащие люди с вот этим вот. Там второе, я вижу. Сейчас. А там нужны были танцующие, не танцующие. А я успею это вообще сделать? Теоретически, если еще раз успеть гавкнуть, оно должно бы сработать. Сейчас посмотрим. А, одинаковые надо было. Все, я понял. Откроются ворота где? Я их даже... Вот эти ворота открылись, что ли? А, серьезно? Тут был проход все это время? Ага. Все, не чихай. Вообще на рандоме. Вообще, ребятки, на рандоме это все происходит. Какие-то места. Да, ну успокойся. Все, я ушел. Но оно какое-то все зараженное. Оно какое-то все это. Я даже не уверен, пропускаю еще что-то или просто локация такая. Да не чихай ты. Все, ушел. А что это за место? Куда это? Это по эту часть стены. Ух ты, ё! И что, это все в никуда? Вот как в эту башню можно было бы пройти, но, блин, тут невидимая стена. Видите, тут... Запросто можно пройти, но меня не пускает, потому что тут невидимость. Я понимаю, что это уже после. Да ну нет же. Сейчас, секунду, ребят. Как так-то? Вот любопытные леса. Так, нам вроде в эту дыру. Пробегаем. Да, сюда. Хорошо, что это все не на время. Хорошо, что это все не закрывается, когда ты проходишь через следующие ворота. Хорошо. Очень много чего хорошо. Но, блин, хочется же исследовать. Но как только ты лезешь исследовать, игра очень часто наказывает... Блин,
не сюда. Не то чтобы наказывает, но могли бы там что-то заныкать, но там ничего нет. А в тех местах, которые, ну вот вообще ни о чем, вот там игра что-то нычит. Ну как-то, блин, не знаю. Хотелось бы по-другому. Просто тут куча разных классных нычек, и я в них ничего не нахожу. Это прям обидно, потому что мне интересно, я вкладываю свое время для того, чтобы побегать, посмотреть, а игра за это не вознаграждает. Это самое, пожалуй, печальное ощущение. Опять же, я не могу сильно придираться к этому всему, потому что индюшка, потому что, ну блин, чтобы это все заселить, это ж нужны деньги, и то, что сделали декорации, но они немножко пустоваты. Пожалуй, это проблема многих индюшек. С этим ничего не сделаешь. Сюда, что ли? Ну-ка. Нельзя, да? И гавкнуть я тоже не могу. То есть оно мигает, ну такое и все. Вот это мне надо сейчас гавкнуть. Unrooting... Uprooting Darkness. Оно все-все сейчас мне снимет. А, вот и посох, кстати. Посох, который прям сразу начинает гореть. Может, мне его наверх? Судя по всему, возможно, да. Мне нужно вот эту штуку открыть. Знаешь, чем? Стой. Полежи здесь. Я тебя уже потом не найду. Давай на камушке лучше полежишь. Вот, тут найду. А где мне цветочек-то взять? А, вот тут есть. Хватило. Заряжаем эту штуку. Вот эту дверь нам откроет. Которая ведет нас дальше. Хорошо, где здесь есть труп? Мне говорят, что прям где-то здесь, потому что посох начинает дергаться прямо здесь. Ну-ка, а вот... как туда добраться, через здесь. Сейчас отнесем сразу, потому что вроде как дорога ведет нас в другую сторону вообще. Тут как бы тоже можно полазить. Сейчас мы с вами узнаем, пропустили мы кого-то там или нет. Итак. Открывайся, сезон! Old Companion. Старый компаньон. Двоих мы пропустили. Двоих, Карл. Я же говорил, что там куча мест для исследования, но... Но как тогда?
Извините, но как тогда? Я же в каждую нычку тыкнулся, я где-то что-то не увидел. Сейчас посмотрим, куда нас это все выведет. Если мы в конце концов очистим все это как-то помещение, это выведет нас назад, я это еще пойму. Но если мы сейчас будем идти все время вперед, 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 вверх, 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 я тупо пропустил два чувака, как я мог их тогда найти? Где я мог их найти? Я же говорю, там было очень много классных нычек, где можно было бы что-то запрятать, но я там не увидел ненужного трупа. Там были другие трупы, но нужного трупа я там не увидел. И что самое это, я не увидел там посохов. Что-то как-то немножко печалька. Подождите, ребят, может я схожу посмотрю? Смотрите, ребят, я тут немножечко полазил, вниз спрыгнул, вон та стена наверху, которую вы видите, я оттуда спрыгнул, это там, где мы прошлого трубца нашли. Помните, мы внизу, когда проходили, я вам сказал, что это точно дверь. Это, блин, точно дверь, смотрите, там внутри есть полянка, и мне кажется, там труп посередине. Тут прямо этих цветов разрослось. А вот, кстати, и посох. Просто втыкнуть в землю. Ну, давайте попробуем отнести его туда. Но, насколько я понимаю, что... Ну, смотрите, вот эта вот полянка из цветов. Посох торчал прямо в этой части, в начале. И полянка нас ведет... Ой, не полянка, тропинка вот эта из цветов. Она нас ведет сюда, чтобы мы прям вот так и прям сюда. Угу. Так и получается. Окей, это довольно логично. Хорошо, это один. А где второй? Мы сейчас вот эту штуку зажигаем. И оно нам должно открыть двери. Не все цветы, кстати, нас заряжают, только вот такие вот большие. Хорошо. Да, видите, это оказалась дверь, как я и думал. Пойду искать второго, потому что он должен быть где-то здесь, раз теперь все это перестало быть красным. Сейчас еще раз обыщу зону и потом вернемся. Короче, ребятки, не знаю, я все облазил, и вот этот вот момент с тем, что вода замедляет, вот сейчас он стал напрягать, особенно когда появился бэктрекинг, я там внизу больше ничего не нашел. Я там все опять по сантиметру обыскал, я внизу больше ничего не нашел. Твою за ногу, вы это видите? Но это уже следующий, скорее всего. Ну, потому что он идет после. Смотрите, тот, который был внизу, я могу понять, что он типа предыдущий. Вон отсюда мы видим место, где мы нашли еще одного чувачка. Вот этот посох, наверное, уже к следующему. А куда нам? Даже не светится. Ладно, пойдем. По пути попробуем разобраться, куда нам надо вообще. Туда наверх я уже везде ходил. Ну вот там вот посерединке уже все облазил. Пойдем посмотрим. Я в воду не хочу идти, она меня бесит уже после этой серии. А сюда можно? Сюда можно. А зачем мне сюда? Может быть здесь... Кстати, нет! Фух. Проблемы с прыжками становятся более актуальными. Пойдем сюда. Ты меня приведешь к трупу, да? Ну, блин, это следующий. Жаль, я того хотел найти. Я не рассчитывал прям на полное... Оно тут обрывается. Я не могу зайти. Черт. А зачем мне туда сюда? А тут внизу нигде нету. Нет, нету. Я говорю, я хотел найти все, а ну... Все уже не получится, потому что я там все облазил. Вот тут возле этого лиса нету трупа случайно?
Вот она, моя превьюшка. Ладно. А туда можно как-то забраться? Туда явно вон мостик ведет. Ладно, пойдем дальше пока что. И нет, знаете, в чем прикол? Это не там, потому что вот я подхожу. Хотя, может, высота не позволяет. Посох должен начать гореть. Но он при подходе сюда не горит. Давайте дальше щупать. Ладно. Тут нету никого по закоулочкам. Да, хорош чихать. Но нам уже вон туда. Значит, по идее, труп должен быть до этой двери. А тут много чего открыть надо. Раз, два, три. Я, кстати, четыре. Окей, я понял. Что, сюда можно, что ли? Это здесь, внизу? Нет, вниз меня не пускает невидимая стена, значит, наверх. Возможно, да. Fetch. Ачивочка. Ну, получается, сейчас третью строчку откроем этим чуваком. Окей. В смысле? Ну это же... Игра, ну это же нелогично, перестань. Игра, иди нафиг просто. Это как раз тот чувак, я потратил, не знаю, минут 10-15, не знаю, сколько я потратил, пока я искал его там, а он все это время здесь. Но он типа числится, как будто я его пропустил, а он на самом деле впереди. Игра, какого черта? Так не делается. Нычка хорошая, я не спорю. Но, блин, ну так же ж не делается. Меня туда не пускают. Ладно. Итак. Зажигаем картину. Частично трупы, частично горе, частично умирающие. Я вас понял. Мне бы зарядиться тогда еще раз. А вот тут вроде цветочки были. Есть. Так. Строительство... Люди с материалами. Окей. Извержение — это трупы. Я более-менее нащупал логику. А третье — леса — это веселье. Да. Окей. Ну, тут было довольно легко, если проанализировать. Первый раз просто я рандомно тыкнул, а потом оказалось легко, если проанализировать. Хорошо. Тогда это место мы с вами прошли. Честно, вот серия сколько? Она длится полчаса. Я на нее потратил час, если не больше, со всем бэктрекингом, со всем этим обнюхиванием каждого камушка, каждого угла внизу. И все равно я ушел оттуда с разочарованием, потому что я думал, что я не нашел этого чувака, а он заныкан вот таким вот образом. Ну, но это нечестно. Это нечестно, потому что раз ты показываешь порядок, я могу понять, что чувака, которого я нашел внизу, он числится раньше, хотя открываешь ты его позже, по сути, но числится он раньше, потому что он находится на той земле, где ты уже пробегал. Ладно, ладно. Тут есть какая-то логика. Но вот этот, он явно был позже. Почему он числился раньше? Да, такое себе. Ладно. Все, ребятушки, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра. Всем ладушек. Всем пакета.